пожалуйста, подходим. Гости, пожалуйста, подходим. Вот это лампа. Тематика мечети рай. Как будто мы с вами в раю. Мрамор, оникс, сердолик, основные отделочные материалы. Сводчатый потолок, нет второго этажа, нет балконов. Видим мы с вами огромную люстру. Это самая большая люстра в мире. Мюнхен, Германия, 24-каратное золото. Искусственно выращенные кристаллы Сваровски. Посмотрите, какая красота. Огромная стена, изображена 100 имен Бога. В круге написано Аллах. По-русски это Бог. Стельков – арабская вязь. В каждом цветке написано «любящий», «помогающий», «сострадающий», 99 имен Бога. Сотый цветок, видите, пустой. В священной книге Коран сказано, сотый меня знает только Бог. Кто его знает, будет править миром. Легенда. Нет достойного, который бы правил нашим миром. Сколько веков исламу пустой цветок. Везде часы. Посмотрите, какие красивые часы, украшенные перламутром. Швейцария проектировала 6 лепестков. Верхний лепесток написано «фаджр», стоит 5 утра, 4 минуты. Это время восхода солнца. Сегодня в Эмиратах солнце зашло в 5.04. 5 лепестков. Шарук, да, Харасар, Магриб, Иша. 5 молитв в исламе. Никогда захочется. Все согласно восходу солнца. И каждая молитва каждый день немножко смещается по времени. В центре календарь. 26 марта, 18 будет. Это сегодня григорианский календарь. Все христиане живут. Внизу написано 8 июля 1439 год. Это сегодня. Лунный календарь хиджри. Мусульмане, у них лунный календарь. По-другому. Летоисчисление от другого события. Когда их основоположник религии ислам, пророк Мухаммед,